Очаровательные глазки, очаровали вы меня. Вас много жизни и много ласки, вас много страсти и огня. Гриша, голосочек мой, ой, осталось 9 дён. Еще не скоро. Степан придет, что будем делать? Небось, бросишь меня. Побоись. А мне его чего бояться? Ты жена-то и боись. Степан придет, это не штука. Батя вот меня женить собирается. Кого усватали? А только собирается ехать. Мама не хутарила купить Коршунов за ихную Наталью. Наталья. Наталья девка красивая. Дюжа красивая. Надо и свидала ее в церкви. Нарядная была. А мне ее красоту за голенишь не класть. Я б на тебе женился. Гришка, на что ты привязался ко мне, проклятый? Гришка, душу ты мою вынаешь. Ой. Гриша. Надумал, что? Дружечка моя, родимый мой, давай уйдем. Кинем все и уйдем. И мужа, и все кину, лишь бы ты был. На шахту уйдем далеко. На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит. Он нам подсобит. Гриша. Пусть ловцо уронит. Дура ты, Аксинья, дура. Ну куда я уйду от хозяйства? Им восторгом я встречаю твои чудесные глаза. Но я все чаще замечаю, они не смотрят на меня. Значит, долго не видаться, как можно скоро вас забыть, и сердце сердцем поменяться, потом другую полюбить. Я опущу на дно морское, я подниму терпела любви.
взрослой, Ксюша. Погоди. Тихо. Не отпирай дверь, я через окно. Где пропадал? А ежели поймают тебя, Гришенька? Не бойся, не поймают. Поедешь со мной? Куда? На юг, на Кубань, аль дальше. Ой. Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работы не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Едешь? А как бы ты думал? Как бы ты думал? Пеше пойду, поползу следом за тобой. Нет мне жизни без тебя, Гришенька. Будет. А дети? На Дуняшку оставлю. После заберем и их. Едешь? Гриша. Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли. Только тогда узелок у тебя был поболее, да сами мы были помоложе. Почему ты, Гриша, при оружии едешь? А что оно тебе сдалось? Брось его. Вот отъедем подали и брошу. Все брошу, Ксюша. Ну? Верхом-то удержишься? Господи. Не то верхом, как-нибудь. Вот выберемся из яру, пойдем на мед. Тебе не будет так тряска. Ну?